Харьков, 6 апреля, центр. Если честно, паника у людей присутствует, у меня в том числе. Я заказала лекарства, вернее, средства для ухода от солнца для ребенка с хорошей скидкой. Вот я ищу эту аптеку и бегом домой. Вот всем для оценки ситуации. Говорят, Харьков незламный, точно. Наверное, у нас нет выбора. Вон свадьбу фотографируют красивую, видите? Я ля-рош купила от солнца ребенку. Продолжение видео. Тут меня мои встретили. Питомцы встретили. Да, идем домой. Погодка хорошая. Вот. Просто бычок. Ночи... Тихо-тихо. Ночи ужасные. Ночи ужасные. Аня, тихо. А вот метро забито. Анечка, я ехала. Анечка. Просто забито. Витя говорит, на рынке людей море. Это я к тому, что... Да, все паникуют, все переживают. Вот и сегодня мы говорим, многие собирают чемоданы. Вчера чаты читала мамские. Все поехали покупать еще по одному чемодану. Да. Но просто особых альтернатив у людей... Ну, нет. Да, нет. Вот то, что близко, вот Полтаву я смотрела. Ну, плюс-минус 10-12. Да, работы в Полтаве нет. Переселенческие, вы мне многие написали, отменили. Но с учетом, что у нас малышка до 3 лет, нам бы платили, если папа официально работал. Ну, то есть нам, если уезжать, нам уезжать только без Виктора Владимировича. Как-то вот такие дела. У нас вчера была очень неприятная ситуация. Мы гуляли, много гуляли. И потом малышка, пришли домой с малышкой. И малышка просто не становится на ногу. Плачет. Вот вообще. Вы знаете, я не так испугалась перелома и растяжения, как, знаете, какой-то неврологии. Думаю, вдруг на ноги падает. Но вот вообще не становится. Потом расходилась. Начала бегать. Потом поспала, опять на ножку не становится. Спрашиваем, где болит, она показывает ножку в суставе. Ну, наверное, где-то или переходила, или растяжение. У меня голеностопы подвижные очень. Да, я тоже с такой проблемой сталкиваюсь. Здесь вы меня увидели, услышали, а я беру свою на ручку малышку и топаю домой. Несмотря ни на что, природа берет свое. Даня, цветочки уже растут, кустики скоро распустятся. Да. Аня, ты нюхаешь цветочек, да? Ой, пахнет цветочек.